Ну, я скажу, мы играли от задания, как бы, отдавали инициативу, вот, как бы, отходили в глубокую оборону, понимали, что Урарт со Спартаком, как бы, матч смотрели, разыгрывает, и приняли решение, что играть это, как бы, от обороны. Вот, ну, вроде все сложилось удачно, повели 1-0. Ну, нельзя не спросить про этот чудесный гол. Как решились на удар? Ну, ударная позиция была, как бы, увидел, что вратарь как бы вышел чуть из ворот, думал, пробью, попробую. Не на ленточке, вот и получился гол. В Тюмени вы не так давно. Как вас приняли в новой команде? Все хорошо. Как бы Что? некоторые ребят знал, некоторых как бы быстро влился в коллектив.